Всем привет, и сегодня у нас на обзоре Леопард 2К, немецкий танк 6 ранга, расположенный на боевом рейтинге 9,7. И если я не ошибаюсь, за последний год улитки Кайлеру уже два раза анонсировали понижение БР в реалистичных боях с 9,7 на 9,3. И два раза в последнюю секунду отказались от этой затеи. Но об этом чуть позже. Итак, что мы имеем на данном танке? 120-мм орудие Rheinmetall L-44 с общим боезапасом 41 снаряд. До недавних пор имели всего два вида снарядов. Это стандартный кумулятив ДМ-12 и ОБПС ДМ-13, который пробивал у нас 393 мм брони. Но совсем недавно добавили нам еще и ДМ-23, который уже пробивает 410 мм. Это, конечно, маловато, чем, например, у тех же советов на боевом рейтинге 9,7, которые пробивают аж 479 мм. Но имеем то, что имеем. В дополнение основному орудию на Кайлере мы имеем 20-мм пушку Rheinmetall 202 с бронепробитием в 57 мм, из которого можем с легкостью сбить вражеские вертолеты и даже иногда уничтожить и танки. Вот прям как сейчас Крайслер отправился в ангар. Из плюсов Кайлера: поворот башни 37,6 градусов в секунду, углы вертикальной наводки вниз минус 9, вверх 20, и перезарядка, ну, у меня в эксперте 7,1 секунда. Масса танка 50 тонн, но двигатель аж на целых 1500 лошадиных сил, что дает нам ровно 30 лошадок на тонну. Но вы понимаете, да, какая тут бешеная скорость и подвижность? Да, этот танк влюбляет в себя игроков, которым нравится скорость, которым нравится динамичность, фланговые прорывы, быстрые действия на поле боя. Но, к сожалению, на данный момент в War Thunder'е у Кайлера не все так радужно, как может показаться с первого взгляда. Так что перейдем к минусам и вообще к недостаткам этого танка. Насчет бронирования, в двух словах, его нет. Ну то есть как нет? Взяли немцы два тоненьких бронелиста, вкачали между ними воздух и назвали это броней. ВЛД и НЛД абсолютно не защищены. Настолько, что нас в любую проекцию может пробить даже маломайская любая зенитка. Как я уже сказал, у нас боевой рейтинг 9,7. На этом боевом рейтинге практически у всех танков присутствует тепловизор. У Кайлера его нет. Что очень сильно мешает ему нормально видеть поле боя. И если мы уж как-то смирились с малым пробитием его ломов, то отсутствие теплака на таком высоком предтоповом боевом рейтинге — это уже серьезный минус. На одной только скорости, динамике, крутого поворота башни, но без теплака, без адекватного бронирования, этот танк, к сожалению, живет не слишком долго. И это не тот танк, который сможет на своих плечах, хоть и со скилловым игроком, вывести бой. Так что, возвращаясь к теме понижения или не понижения боевого рейтинга Кайлера в реалистичных боях и какой вой подняли более известные стримеры во время анонсов улиток насчет понижения БР Кайлера, тут мое мнение абсолютно противоположно. Я думаю, его не можно, а нужно понижать на 9,3. И аргументируя нежелание понижать Кайлеру БР только лишь его динамикой,
скоростью и поворотом башни, думаю, это конечно, не серьезно. Вот столько боев я поиграл по ходу создания данного обзора. Могу поделиться своим опытом, что я крайне редко попадал на свой БР. Больше всего я попадал на 10.3, а против танков 10.3 Кайлеру уже приходится, ну, очень трудно. Ему практически нечего им противопоставить. Как мы знаем, на 10.3, например, у американцев сейчас выступают и имбуют ХСТВЛ. Совершенно недавно IPM дали новый снаряд с бронепробитием, по-моему, 522 мм. Ну вот, понимаете, да, где Кайлер со своим недобронированием, недоснарядами, без теплака, и где, например, ХСТВЛ и IPM? У ХСТВЛ перезарядка в 1,5 секунды, у IPM и бронирование, и мощные снаряды, и тепловизор. И что прикажете делать Кайлеру, если у него на пути стоит тот самый IPM? Ничего. На днях у одного известного стримера смотрел реобзор Леопарда 2К. И какую мысль он нам дает? Первое. Ну, автопушкой можно, например, ломать стволы у своих оппонентов. В этом ролике, например, вот сейчас на карте Японии, вы могли увидеть, что, например, одному Чентауру только что я поломал пушку, а второму никак не смогу. Вот именно в этом моменте. Будьте внимательны. И шанс поломки пушки у оппонента даже не 50 на 50, а по моему личному опыту 80 на 20. Не в пользу Кайлера. Дальше этот персонаж начал нести полную ахинею. Например, выставляя наличие лазерного дальномера у Кайлера его чуть ли не основным плюсом. Но извините, пожалуйста, у какого современного танка ОБТ нету лазерного дальномера? Более того, он выставляет Леопард 2К в свете полной имбы. И это человек, который в своем реобзоре показал 3 боя на монтаже, и я посчитал, за один бой он сделал максимум 5 фрагов. За 2 остальных боя там, по-моему, 3 и 4 фрага. И он выставляет Кайлер в образе имбы. В этом бою я делаю 11 фрагов. И говорю вам, Леопард не то что не имба. Он 100%, на 101% находится не на своем боевом рейтинге. 9,7%. Не его боевой рейтинг. Леопарда 2К надо понижать на 9,3. И, пожалуйста, не апеллируйте какой-нибудь скоростью, поворотом башни, динамикой и каким-то особенным волшебным лазерным дальномером, как будто дальномер есть только у Леопарда 2К. Это не серьезно. И еще, я вот сказал, на 9,7 он очень часто встречается с танками 10,3. Понизив ему БР, мы позволяем Леопарду 2К вообще не встречаться с танками 10.7, которым он вообще не соперник. Понизив ему БР, мы позволяем ему реже встречаться с танками 10.3 и 10.7, которых сейчас уже начали усиливать новыми боеприпасами. Но это и вовсе не означает, что Леопард 2К будет всегда практически играть против 8.3 и 8.7. Наоборот, это позволит ему всего лишь часто встречаться с танками 10.0 и 9.7, на котором БР он сейчас и находится. Ну, такой эмоциональный получился обзор. Напишите в комментариях, что вы думаете, стоит ему понижать или не стоит. Если не стоит, то почему? Как-то так. Всем успехов, много фрагов и до встречи на стримах.